Конечно же, УЧЗ, универсальный читальный зал. Честно говоря, у нас каждый отдел в библиотеке важен. Во-первых, универсальный, потому что в нашем отделе можно найти информацию по всем отраслям знания, то есть от естественных наук, общественно-гуманитарных, каких хотите. Это литература на разных источниках, носителях информации. Ну, наверное, одновременно легко и сложно. Сложно, потому что отдел многоаспектный, в этом-то и заключается вся сложность. Надо ничего не упустить, все контролировать. Первую и основную очередь вдохновляет то, что ты можешь помочь посетителям, читателям, неважно, вдохновляет положительный отклик от каких-либо наших проводимых мероприятий. Обучающих, культурно-массовых, неважно. И вообще, когда ты видишь на лицах человека большое спасибо, ну, больше вдохновения, наверное, не придумаешь. Легкая фэнтези, наверное. Ну, фантастику я люблю с детства. Беляев, Стругацкий — это были любимые писатели. Ну, а если говорить из совсем-совсем последнего, то это Гоголь «Мертвые души», потому что помогала дочери писать сочинения в 9 классе. Как-то так. Я только могу пригласить всех в нашу библиотеку. Мы вам поможем, расскажем, подскажем, направим. Мы всегда вам рады. Приходите, пожалуйста.